Высочайшей весовой категории. И встречайте его участников. Боец в синем углу, ему 23 года, его рост 170 сантиметров, вес 61 килограмм 200 граммов. Его профессиональный рекорд 2 боя, в котором он одержал одну победу и потерпел поражение. Он многократный победитель и призер областных соревнований по ММА. Представляет спортивный клуб «Барс». Встречайте из Кыргызстана Эсенбек Сыргабаев! Оба бойца обладают хорошей борьбой стойки, именно вольной борьбой. В красном углу клетки. Опять будет, мне кажется, очень равный бой. Профессиональный рекорд, который равный бой в одном стиле. Его рост 163 сантиметра, вес 61 килограмм 200 граммов. Он мастер спорта международного класса по вольной борьбе. Здесь ребята поведают один стиль, да? Обладатель кубка европейских наций. И неплохо чувствует себя в стойке на ручках. Гран-при Иван Гирвин и бронзовый призер турнира серии. Если предыдущие бои в основном проходили в стойке или начинали в стойке, то здесь, наверное, да, мы увидим совсем другое. И ребята сразу перейдут в борьбу. Как мы слышим, у Базара очень серьезно играли в вольной борьбе. Рефери клетки Никита Лейсер. Внимание бойцов, обсуждение своего поединка, внимание слушателей команды. Опять же, очень важно, какой план у бойцов. Вы слушали наставление рефери. Четвертый бой сегодняшнего вечера. Первый раунд. Да, мы видим, бойцы оба расслаблены, не напряжены. Достаточно высоко держит руки. Мы видим, что один боец левша у нас сегодня. А вы сразу замечаете. Я думаю, возможно, это создаст сложности его оппоненту. В принципе, возможно, да. Очень редко встречаются левши именно в смешанных единоборствах. А как считаете, Влад, в борьбе имеется разница рук, кто левша, кто правша, что касается борьбы? Очень индивидуально, у кого какая стартовая нога, кому как удобнее, то есть это очень индивидуально. Что касается работы в стойке, работы в ударной технике, то левша-правша всегда есть определенные сложности правши боксировать с левшой. Ну да, но здесь в борьбе может быть что-то есть такое, но мне кажется, менее выражено. Да, отлично, мы видим, кидает его кик Базар. И контратака правой боковой. Да, отличная контратака, поймал ножку. А пока мы видим равный бой. Оба бойца, в принципе, заряжены, расслаблены, в любой момент могут взорваться. Ну, как показали эти удары, бьют они неплохо. Да, бьют очень жестко. По-моему, это очень жестко. И сейчас они выжидают, такое ощущение, что готовят удар, сильный удар. Мне кажется, в первом раунде все-таки не стоит ждать переводов партера. Первый раунд, я думаю, закончится разменами. Со стороны обоих бойцов. Сейчас мы видим, Эсенбек все-таки старается занять центр клетки. Но Базар много не отдает ему, да, то есть пространство. Старается работать сам, обманывает, старается контратаковать. Бойцы пытаются раздергивать друг друга. Активных действий не так много пока что. Да, судья призывает бойцов к активности. Да. И вот, пожалуйста. Да, Базар сокращает дистанцию. Серия ударов. Эсенбек все видел, то есть ручки держал высоко, особо он ущерба не пропустил. Да, вот сейчас о чем вы говорили, да, то что Эсенбек все-таки дышал, он хорошо достает левой рукой, левым кроссом. Это, мне кажется, достаточно непривычно. Я говорю, в стойке работа, в стойке, да, точно должно создавать неудобства правшам. Здесь тоже кто насколько готов, кто сколько работал с левшами.
Если какие-то заготовки, да. Насколько именно Бузак готовился под своего соперника. Отлично. Размен и перевод, да? Переход в борьбу. Фартер. Перевод. Так, Влад, как здесь прокомментируете? Десендер закрывает гард, старается завязать соперника, чтобы Базар не работал руками, так скажем, не наносил свои удары. Да, одну руку Базар уже освободил, пытается освободить вторую, но пока он еще не нанес серьезного ущерба. Так, все, достал вторую руку Базар, начинает обрабатывать соперника. Хорошо защищается Синбек, не дает сработать сопернику, особо вяжет его. Но активность есть, то есть Базар хорошо работает. То есть в таких ситуациях рефери не должен переводить ребят стойку? Поскольку есть удары. Ну вот как видим, сейчас вот уже удары прекратились, да, со стороны Базара, и рефери будет. Тяжелый удар. Поднимается бойцы в стойку, защищался Синбек. Но при этом пропустил пару серьезных. Да, но Базар достаточно серьезные удары наносил, да, там, да, в стойке, очень тяжелые. Ну, как мы видим, вот, отлично отвечает Синбек. Да, ребята вкладываются в каждый удар. Уже Базар занимает позицию, сайд-контроль. Пытается сделать свип Синбек. Базар занимает позицию сбоку. Да, отличный контроль. Совершенно незаметно прошел первый раунд. Очень, да, активный, да, очень, да, интересный. Да. Да, ребята показали работу в стойке, работу в борьбе, то есть очень интересный бой. Ждем второй раунд. Насыщенные на различные приемы удары, да? Второй раунд. Это очень интересного поединка. Как мы видим, у Базара есть Синбек, я хочу сказать, в стойке работает, очень хорошие удары наносит, достаточно точные. И в факторе, в принципе, защищает. То есть не сказать, что он проигрывает фактор, он проигрывает только борьбу в стойке на данный момент. Синбек занимает центр клетки. Когда ударник работает против борца, все-таки нужно борцу занимать центр, то есть прессинговать ударника, так скажем,
оказывать давление на него, но сейчас мы видим Базара. У Базара немного не получается это осуществить. Все-таки крепко работает СНГ. Опять рефери прибавили бойцов. Да, второй раунд начался без активных действий. Ребята стоят в стойке, пытаются раздергивать, финтить. Бойца не хватает вашей поддержки и пульс! Много работает именно сильнейший левой рукой. Пытается выцеливать, да? Ждет. Ищет момент для удара. Как мне кажется, ему нужно работать немного чаще передней, чтобы подготовить сильнейшую руку для удара. Полностью согласен. Но он пока этого не делает. Пытается раздергивать корпусом, ногами. Ну, возможно, три тейкдауна в первом раунде заставили СНГ-ками быть немного осторожнее в этом плане. Ну да, там все было, как мне показалось, достаточно очень на грани, да? Да, да. И тяжелые удары. Все было, да. Очень опасно. Да, вот сейчас мы видим, Базар занимает центр. Ну, нужно ему немножко еще подавить, чтобы доставить неудобство СНГ-ку. Да, мало занять просто центр, я думаю, надо что-то здесь все равно предпринимать. Рефери уже второй раз призывает ребят к активным действиям. Ну пока. Вот, неплохо. Отличная серия, да. Чуть-чуть не достал. Да. Буквально. Но замысел был очень хороший, было, интересный, но... да. И получается левый низ, правый вверх. По этажам, работает, да. Думаю, надо чаще ему пытаться подобные вещи демонстрировать СНГ-ку. Вот. Да, я думаю, Базару нужно немного проявлять инициативу. Нет, то есть ребята пытаются работать руками, но все без подготовки и удары не доходят до цели. Бойцы опять же стараются в основном работать на руках. А мы думали, что будет работать в борьбе, да? Вот так неожиданно. И сейчас, наверное, вообще по всему миру такая есть тенденция в смешанных единоборствах, что все стараются работать в стойке, на руках. Не, ну не все же умеют бороться в стойке на руках, да? То есть здесь же есть, наверное, тоже, смотря кто из какого спорта пришел. Здесь, наверное... Как мы видим, да, даже несмотря на разницу в росте, Базар немного там на сантиметров, я думаю, 10, может быть, даже ниже, чем СНГ, но тем не менее он достаточно хорошо себя чувствует и в стойке, именно на руках. Второй раунд проходит, как мне кажется, больше такой психологической борьбе. То есть ребята пытаются раздергивать, выдергивать, у кого сдадут быстрее нервы. Да. Вкладываются удары, ребята, в каждый удар. Заряжен на сильный удар, да? Никто не пытается легко работать, то есть каждый идет сильного удара. Да, если попасть, то наверняка. Да, и концовка обоих. Но вряд ли что-то успеют сделать здесь. То есть получается, выглядел правильно я понимаю. Но в целом раунд прошел в оппозиционной борьбе. Парни молодцы. Почти не ошибаются. Очень хорошо выцеливают друг друга. Третий раунд будет очень интересным. Он все решит. А второй раунд, Влад, как вы думаете, то есть за счет тейкдауна выиграл Базар, да? Да, я все-таки думаю, да. Ну, посмотрим, что скажут судьи. Ждем третий раунд.
Захаров в третьем раунде очень грамотно поступил тактически. Во втором? Именно, да, во втором. Тем, что перевел соперников в парк. Решающий третий раунд. Сейчас больше, я думаю, нужно обострять ситуацию именно СНБ-ку. Я думаю, обоим стоит, да, сейчас уже выложиться в третьем раунде. Но главное не, не допустить ошибку. Пойдут ва-банк, при этом постараются по минимуму пропустить. Потому что, как мы заметили, бьют оба достаточно сильно, увесисто. И все, каждый удар все может решить исход боя. Да, несмотря что третий раунд, парни свежие, да. Поджимаха надо! Особенно приятно, что третий раунд, несмотря на то, что парни именно работали и в стойке, и в борьбе, но оба выглядят свежими, то есть это очень хорошо, то есть они хорошо готовились, готовы оба функционально. А стараются раздергать Базара Сенбека. Ну и Сенбек пытается сделать тоже, да? Да? Тут вопрос, кто, у кого сдадут нервы, кто пойдет вперед. Именно Базар, вот о чем я говорил, он занял центр и пытается именно прессинговать, раздергивать. Вот то, что ему и нужно было делать, он сейчас вот очень хорошо осуществляет. Ну прессинг есть, а ударов все равно как нет. Так-то. Неплохой удар от Сенбека. Опять же, такая позиция заставляет СНБК атаковать, то есть на контратаке Базару сможет легче зайти в борьбу, так скажем, то есть это тоже очень все хитро, так скажем. Думаете, Базар хочет зайти в борьбу? Да, однозначно, я думаю, он будет искать свое счастье там, особенно в этом раунде, то есть... Ну да, как показал предыдущий раунд, да, он взял концовочку как раз в борьбе. Думаю, сейчас еще немножко поработают парни в стойке, и Базар будет стремиться. Вот, отлично, отличный выбор от Сенбека. Немного не достало. Но Сенбек пытается все равно носить удары с рук, руками. Да, он еще достаточно как раз работает перед вот. Попытка перевода. Вот. Тяжеленный удар. Но Базарова уверенно держит. Да. Отдать ему должное. Сначала мне показалось, что его немножко повело, но потом... Да, но сразу восстановился, да, моментально. Начался более открытый поединок. Касти внутри клетки накаляются. Опять попытка от Сенбека. Сенбек начинает немножко поддавливать стойки. Ну да, часто кидает левую руку. Я говорю, это как раз тот момент, когда для правши это, возможно, будет неудобно, вот левая рука. Вот сейчас он начал добавлять джеб правой и именно заканчивать сильнейшей рукой левой. Да, до этого пытался просто слева начинать, но это очень сложно, да, сильнее широки сразу попасть. Осталась минута. Сейчас, я думаю, оба парня будут пытаться обострить ситуацию. Базар занимает центр. Очень хорошо работает левый рукой. Так, вот чего мы ждали, да? Очень хорошая именно тактическая работа со стороны Базара, да, то есть он делает не только хорошие тейкдауны, но еще и вовремя. Да, вот, Влад, как вы и говорили, да, что в конце поединка, в конце раунда будет тейкдаун. Да. И наносит ущерб достаточно серьезного в партере. После этого не получается как бы связать его.
10 секунд осталось, и я думаю, что здесь за счет рейкдаунов победа. Ну, наверное, да, хорошая концовка, хорошая серия. Вот еще удары в стойке, размен. Закончился этот поединок. Очень интересно, драматично интересно. Да. Дамы и господа, по итогам трехкратного противостояния в этом бою победу единогласным решением судей одержал боец из Красного Угла.